Всем привет! Я приехала на станцию Китай-город. Хочу вам показать парк Зарядье, ну и, конечно же, посмотреть самой, потому что я еще там не была. Мне кажется, он находится с этой стороны, но мы найдем, как перейти туда дорогу. А пока что я иду сюда, в гору куда-то. Да, не знаю, почему я не посмотрела, куда мне надо идти, а просто решила идти, потому что немножко я была сбита с толку, когда я садилась в метро. Было солнце, я не думала о дожде. Сейчас вроде бы нет такого сильного дождя, но я вижу, что уже он полил немного. И люди, которые заходили в метро, они были под зонтами. Но хорошо, что у меня есть кофточка, хотя бы что-то. Холодно совсем не будет. Но ничего, сейчас я найду, где завернуть, развернуть. И будет вам парк. Я уже надела кофточку, и сейчас я нахожу в Илинском сквере. Делаю вот здесь круг, он оказался довольно-таки небольшой, я его, да, перепутала с Зарядьем, так что бывает. До Зарядья отсюда идти 9 минут, я вам его тоже покажу. А пока насчет погоды, дождик очень мелкий, просто из-за того, что ветер, а я недавно искупалась, решила все-таки не рисковать здоровьем и надеть кофточку. А парк Зарядье находится в той стороне.